возвращаюсь в свой отель. Вот, еду в горы. Завтра тоже будет дождь. Ну, не страшно. А в среду будет солнечная погода. И я поеду в Орлиное гнездо. То есть резиденция фюрера. Nächste Haltestelle. Очень хороший водитель, парень, он мне там объяснил, как, что, во сколько надо мне это подойти к остановке автобусной, где она, в общем, мне все объяснил. Вот, я ему пожала руку и сказала: спасибо, брат. Молодец он. На прекрасном немецком говорит, наверное, здесь родился.